В субботу в поселке Кугеси около 300 государственных и муниципальных служащих Чувашии собрались на лыжную эстафету нового сезона 17-й спартакиады. Как влияют мороз и солнце на кабинетных работников, узнала наша съемочная группа. Администрация главы республики, министерства и ведомства, руководство муниципалитетов – все выставили свои команды. Соревнования открылись VIP-забегом, в котором приняли участие руководители органов государственной власти Чувашской республики и местного самоуправления. Спартакиада – это действительно вдохновляет всех, объединяет. И мне кажется, те, кто сегодня по каким-то причинам не смогли сегодня прийти, потеряли многое. Нешуточная борьба развернулась между командами республиканских министерств и ведомств. В итоге первое место у Министерства физической культуры и спорта Чувашии. Но и остальные не подкачали. Целыми днями сидим за компьютером, заполняем бумаги, работаем. А тут по выходным еще и здоровым образом жизни занимаемся. То есть сочетание как физической активности, так и умственной. Очень сильно. Всем советую заниматься спортом. Очень полезно. Мы за здоровую Чувашию. В эстафете среди команд территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по Чувашской республике первыми финишную черту пересекла команда Министерства внутренних дел. Победителем среди органов местного самоуправления республики стала команда администрации Ибресинского района. Минспорта отмечают, если раньше подобные мероприятия имели цель привлечь чиновников к здоровому образу жизни, то теперь носят соревновательный характер и реально выявляют сильнее. Из года в год, конечно, все лучше и лучше. Мы видим уже подготовленных наших коллег во всех видах спорта. Проводим спартакиаду по 13 видам спорта. И везде у нас действительно настоящая спортивная борьба. Галина Титарчук, Елена Гальперина, Борис Андреев. Республика.